Дорогие друзья, это Дмитрий Гасин. Я рассказываю о книгах, о музыке, о кино. Говорит, показывает Вападом. И сегодня речь пойдет о замечательном справочнике чудовищ от мисс Мэри Кейт Мартин. Нет, это не детская энциклопедия в таком тематическом ключе, да, такая монотематическая, посвященная чудищам. Это прекрасная совершенно детективно-приключенческая история из жизни юной исследовательницы и, значит, ну, скажем так, спасительницы чудовищ. Это, конечно, спойлер про спасительницу, но, как вы понимаете, это заявлено в аннотации, собственно говоря, никакого секрета здесь нету. Все искатели чудовищ делятся на две категории. Первые на них охотятся, второе, их спасают. А к какой категории ты, читатель, принадлежишь, да? Вот. Я однозначно, конечно, из второй категории. Вот. И всякие штучки, которые мне так сваивалась литература 20 века, ну, мы помним прекрасно «Полдень 21 века» у Стругацких, где люди будущего гуманные, справедливые и великолепно обуздавшие все свои животные инстинкты преспокойно занимаются охотой на других планетах, истребляя, значит, животных, которые им мешают. Что этих чудовищных, конечно, безусловно, кто же спорит, чудовищных, но тем не менее живущих там, где родились и где им место, пиявок марсианских на Марсе, да, то каких-то совершенно уже невообразимых тварей на загадочной Пандоре, да. Вот. А это давно в прошлом. Сейчас такое отношение не устраивает даже самых консервативно настроенных, а я консерватор по своему духу, читателей. И в детской литературе это отражается в полной мере, да. То есть вот справочник чудовища, значит, Кэрин Фоксли, австралийская, кстати, писательница, вышедшая в издательстве Гудвин, это как раз повесть о приключениях такой искательницы чудовищ, которая их спасает, которая их защищает. Я всегда ратую за то, когда что-нибудь приятное делают монстрам. Потому что эти бедные зверушки, живущие во тьме, я уже много раз это повторял в своих видеороликах, плохо питающиеся, нерегулярно питающиеся, знаете, туристов на всех не напасешься, особенно таких глупых, как в фильмах ужасов. Эти зверушки нуждаются в нашей с вами любви и помощи. Вот. Потому что они, в сущности, все принадлежат к исчезающим видам, как и создания, живущие в городе Воллингтон-Уэллс. Ну, давайте сначала несколько слов о героине, да, главной героине книги. Это очень правильная девочка. Она, конечно, в модных туфельках. Она, конечно, собирается совершенно замечательно. Она берет с собой счастливые предметы. Вот. Это очень здорово. И лишь мама напоминает ей о том, что нужно одеть удобную обувь, поскольку на археологических раскопках совершенно необходима очень удобная обувь. Вот. Я это сейчас как никто понимаю. Вот. А также какие-то другие полезные, видимо, в путешествии вещи. Потому что сама наша героиня собирается, ну как собирается любой, значит, творческий человек, да? Она берет важные артефакты. Мы бы сказали талисманы и амулеты, но это другая история, это другой мир. Это очень реалистичная повесть на самом деле. И это просто счастливые предметы, приносящие удачу. Например, пачка жвачки, причем начатая пачка жвачки в серебристой обертке. 6, значит, постилок, которые там остались, это единственная память о папе, пропавшем на высокой Тибетской горе. Так как книга подразумевает, разумеется, продолжение, если будет иметь успех у русского читателя, то я уверен, что мы увидим и остальные, в том числе поиски загадочной гидры, которые нам обещаны в эпилоге, да, там есть отрывок из второй книги, очень, очень интригующий, да, то, может быть, и с папой найдется, но на самом деле, конечно, он как отец набоковского героя из Дара, да, где-то там в бесконечных просторах нашей планеты затерялся. Вот. А пока она с мамой, которую называет ласково проф, это от слова профессор. Ну, знаете, в каждых семьях принято по-своему, да? Иногда кричишь родителям: чуваки! Вот. И получаешь за это тапком в голову. А иногда, в общем, ласково называешь маму проф. Вот. Она собирается к ней в поездку вот в этот вот Воллингтон-Уэлл. Это маленький провинциальный городочек. Там все очень как сказать, традиционно, очень устоялось за века. Там нельзя что-то построить, не разрушив исторический памятник. А самое главное, незачем что-то строить. Все есть. Посмотрите, есть железнодорожная станция, есть гостиница одна, вот, есть, значит, лужайка, есть лес, кладбище, библиотека, площадь и колодец. Что вам еще нужно? Назовите мне предмет, который необходим для жизни. Вот не надо мне, пожалуйста, всяких банков и моллов, тем более, что вокруг торгового центра будет строить
строится часть интриги, вернее, предполагаемого строительства этого торгового центра, значит, часть интриги в книге. Потому что на самом деле, помните, как у Ефрея Петрова, да, родился, побрился и умер, да? Вот все здесь есть, железнодорожная станция, то есть приехал, посетил библиотеку, поселился в гостинице, погулял на лужайке, умер, похоронен на кладбище. На кладбище, кстати, мы попадем вместе с героями и найдем очень интересные надписи на могильных камнях, которые раскроют часть секреты знаменитого Вуллингтонского змея. Да? Вот этот вот Вуллингтонов змей, это очень важно, потому что, ну, мы-то, конечно, по-русски называем его змеем, но это не змей, это морской змей, а Вуллингтонов, запоминайте, змей, вот, значит, через «и». Вот этот вот змей, он якобы похищает и пожирает детей. Ну, вот вообще говоря, не поручусь, конечно, дети бывают такие мерзкие, что, в принципе, не грех, в общем, и позавтракать некоторыми. Но это с точки зрения змея, конечно, да. Вот, люди категорически против. Вуллингтоны – это древний род, живущий в Вуллингтон-Уэвеле, и, в общем, связанный с его историческими перипетиями. Вообще, на самом деле, здесь очень много таких деталек, любовно придуманных автором, которые делают историю живой, а не просто очередной шаблон истории про охотников за сокровищами. В данном случае сокровища научные, имеется в виду научные знания, да, об этих удивительных созданиях. Ну, во-первых, у нас героиня ведет дневник. И там, значит, с идиотическим постоянством, заставляя меня просто хохотать, как безумного, повторяется фраза «узнать что-то больше о змееобразных». «Тебя уже сожрали почти наполовину, девочка! А ты пытаешься все еще сожрать, узнать что-нибудь больше о змееобразных, да?» Вот. Ну, там у нее сложные взаимоотношения с мамой, конечно, да. Значит, мама археолог, ученый, поэтому как педагог она, в общем, неплоха, но своеобразна. Вот. Значит, у нас Мэри, она у нас вынуждена вести дневник, заниматься саморефлексией. Потом там прекрасные совершенно эпиграфы к каждой главе. Они, источником их является полный справочник чудовищ, значит, северного полушария от П.К. Мэйбери. Вот, ну вот вообще, на самом деле, П.К. Мэйбери — это, возможно, вымышленный персонаж, но я не уверен, что это вымышленный персонаж, потому что, на самом деле, цитаты просто очень жизненные, да. Ну вот, я несколько раз просто вздрагивал, понимая, что этот справочник написан по горячим следам. Правило чудовищ гласит: люди, встретившие одно чудовище, с большой вероятностью встретят другое. Вы знаете, это вам любой психиатр скажет. Вот просто правило чудовищ, да? Люди, встретившие одно чудовище, с большой вероятностью встретят другое. Вот, если, друзья мои, не взять, так сказать, ситуацию под контроль. Ну, и как бы невозможно не сказать об экологической составляющей книги, потому что, ну, конечно, Вуллингтонов змей, да, это, в общем... Ну, в общем, не тот монстр, которого надо при помощи, значит, огнеметов, пулеметов, да, вот, тетушки и тети Зинаиды, да, значит, которые страшнее атомной войны, куда-то, значит, истреблять, уничтожать и так далее. В общем-то, понимаете, как и все на свете, он не любит, когда вмешиваются в его частную жизнь. Ну, вот это его колодец. Он был его колодцем, он сейчас его колодец. Это будет его колодцем в ближайшие несколько тысячелетий, пока сменяют друг друга поколения вот этих мелких людишек, да. В общем, Вуллингтон змей не совсем понимает. Вы вообще кто здесь? Вы как вообще, да? Мало того, что создали обо мне кучу гадких легенд, ну и что слизь? Вы на себя посмотрите. Вот, например, вы, обращается змей к кому-то из читателей, неделю назад болели гриппом. Вы себя в зеркало видели? Вот. И потом говорите мне «змей». Да, вот совесть вообще у вас есть или нет? Вот. В общем-то, приятное создание, хотя и слепое, как и многие подземные жители, и обладающее другими, очень нехарактерными для таких вот червеобразных, в частности, земляных червей, пусть и гигантских, признаками. Да? А местами его описание напоминает знаменитый эпизод из «Людей в черном». Да? Помните, когда, значит, там один из замечательных червячков вышел из-под контроля, хотя ему было полностью рекомендовано, значит, настоятельно жить именно в туннелях метро и не покидать их ни при каких обстоятельствах. И агент Джонс был вынужден, который Уилл Смит, его усмирять. Вот здесь немножко другая история, хотя спуск в подземелье, ужасные происшествия, трагическое, драматическое напряжение, разумеется, в книге присутствует. И, в общем-то,
когда все разрешается, даже как-то легче становится и жить, ей-богу. Ну, вот в точном соответствии с экологической, скажем так, тематикой современной литературы. Друзья мои, это очень добрая книжка. Она очень смешная местами. Там очень много живописных маленьких деталек. Вот вроде там есть зверушки, не только змеи, там другие есть зверушки, да. Прекрасно узнаваемые персонажи, да. Очень реалистичная интрига. Ну да, современным детям в лет в 10-11 уже пора бы знать о том, что бывают такие вот, знаете ли, хапуги и так далее, да. Ну, в общем, не раскрывая всей сути книги, хочется сказать, что эта история на данном этапе заканчивается хорошо, но я не поручусь, что будет дальше, да. Чудовищ, знаете ли, много, некоторые очень проголодались и ждут тебя, дорогой читатель. Милости просим. Хорошего чтения.